час прокуратура звонила, за весь день не было никаких жалоб, никаких нарушений, никаких сбросов. Ничего не было. А вы вообще мой кабинет видели, чтобы я его поставила? Я, значит, пускай наблюдатели и считают это все, если уж на то пошли. Вызывайте! Я вам участок не открою, у меня идет подсчет голосов. Я открою только председателю территориальной комиссии. Все, до свидания. Не мешайте работать. Ну, пожалуй, лежите. Дюгана. Снимите камеру, направьте на меня. Сейчас приедут, надо чуть-чуть мозг выносить. Подсчета голосов и разговариваете по телефону. Вот это нарушение. А вы почему сидите и смотрите? Идет подсчет голосов. Правильно. Даже я не разговариваю по телефону. Препятствуют выборам. Вообще, пока я не законный протокол, никто не имеет права разговаривать по телефону. Вот это понятно, это по закону. Все-таки по закону, да. А вы делаете по закону. Когда камера направлена здесь, а вы стоите вне зоны камеры. У вас не видно, что вы считаете, как вы считаете. Вот я заявляю, что говорю, что не видно, а где? Причем здесь посмотреть. Камеру поставили для того, чтобы специально. Давайте договоримся так. Весь процесс был виден. Я наблюдатель, поэтому я открываю. Сейчас будем считать мэра, я перед носом перед вашим поставлю. Какая разница, президент вы считаете или Шейна? Вот и камера. Вы поставили вне зоны камеры. Вот я заявляю, что... Двигайте столы. Не видать. Достал он уже. Двигайте столы. Это нужно было сделать давно. Нет, подождите. Раньше здесь смотрите. Больше ничего не показывали. За и против. Видео камеры поставили столы. Весь процесс был заварен. Запечатленные эти камеры. А не так, что вы ставили вне зоны камеры. Сейчас приедет прокуратура. Вы это будете доказывать? Чего доказывать? Так, вы уже все сказали. Я дайте другим сказать. Ну и все, успокойтесь. Все понятно. Сказали, молодцы. Пожалуйста. А вас не видно. Мой голос трудно. Зачем?
Подожди.
90 сколько? Где ножницы? 19. Рука. 45 погашенные бюллетени. Количество. Все, это вот где погашенные бюллетени у нас? Я вам все отдала. Вот там лежат. Давайте скотчем прикрепляйте. Давай эти бумажки писать дальше. Ребят, какой у нас фамилия? Придите скотчем. Подождите, кладите вот сюда. Что ты это самое, ребят? Там Мирон. Не путайте столько, Лен, давай. Переносного нет. Переносного нет. Хочу, да, ребята, не надо.
Прохоров, сколько ты сейчас? 16, да. Жириновский сколько голосов? Так, это что? Это зеркало. Ну, подождите, вы уйдите, вы все. Ребята, ваши подсчеты вообще здесь такого касательства не имеют. Честно, ваши подсчеты. То, что вы сидели крыжили, они никакого отношения не имеют. Свои подсчеты нет, самые не трогаем вообще. 50. Я Лена не листок чисто понимаю. Ждем решение, что по самой от сегодняшнего. Как она слышала? 0384. Сейчас я тебе дам. Так. Участковый. А, мы ниже подписавшиеся, участковый. А, нет, это решение. Это решение, да. Это все упаковываете. Мальчики, вот эту упаковку. 545. Принял решение. Принял решение. При подсчете голосов. А при подсчете бюллетеней.
бюллетени недействительны. Решение. Считать. Недействительно сколько там? Четыре бюллетеня. Недействительно, так как в них трех находится более одной отметки, а один порван на несколько часов. Правильно же так? Да. Они действительно сколько находятся? Четыре. Там во всех клеточках один порванный кусочек. Нет, имею в виду, что попутит. Четыре недействительно. Один порванный? Три в каждой клеточке отметки. То есть более одной отметки. Недействительно? А где же еще один тогда бюллетень, который стоит, чтобы две галочки? Там больше двух, больше одной галочки. Ну, я вот везде стоит отметка. Ну, вот, но... В одном написано против всех, в другом там не против всех написано, есть галочки написано. Один орган. Визуально, да, распечатывать, да, сейчас будет. Нет, какие распечатывать? Распечатывать уже все, Наталья Станиславовна. Надо было раньше смотреть. Раскройте, пока еще там ничего не записано. Для вас же лучше печатать. Потом раскройте сам. Раскройте потом. Понятно. Я заявляю, что здесь голоса по Путину, по президенту посчитаны правильно. Но с одного причина, испорченный бюллетень, который был здесь, его здесь нет. Так, работник должен быть. Там? Я здесь не видел, когда в Уни был бюллетень, что меня пометил. Но там одного не хватает. А откуда вы знаете, что там одного не хватает? Он специально попортил и решил, что сделать вот так вот, чтобы заметить потом. Да. Почему-то есть специальный попорт. А как вы могли узнать, просто что еще один попорт? Знакомые сказали, что вот так вот сделали. Теперь я разговариваю с председателем территориальной комиссии. Можно я поговорю? Вы все уже поговорили. Да, я слушаю вас. Денис. Да, Ольга Николаевна, я объясняю ситуацию. Мы вытащили из урны все бюллетени, разложили их в три кучки. Отдельно мэра, отдельно депутата, отдельно президента. Правильно мы сделали? Начали считать президента. Нашему наблюдателю не понравилось, что у нас столы стоят, видите ли, не под камерами. Хотя почему не под камерами, две камеры? У нас за весь день не было ни одной жалобы, никаких сбросов. Вот скажите это, пожалуйста, человек, который, в общем-то, пожалуйста. Дело в том, что вы хотите разобраться с человеком. Вы разберите, пожалуйста, на ну извините, участок избирательный работает до 8 утра. Ой, до 8 вечера только, до 8 утра. Наверное, не я же вам звоню. Вот. А вы знаете, действительно, мне было нравится. Хотел проголосовать, пришел, а у вас закрыто. Почему у вас до сих пор закрыто? Идите откройте. Нарушение. Подожди, пока ничего не будет подписывать. Пока ничего подписывать не список. Список ничего не будет пока подписывать. Давай с президентом с этим мэром. Подожди сейчас. Синий мэр. А у нас на мониторе это всего стало не видно. Сейчас, подождите, сейчас, почему вы перекалываете? У нас монитор стоит. А почему у вас на мониторе его должно видно быть? Вот не понять.
почему у вас на мониторе он должен быть виден на что? А вы считаете, что... Наталья Станиславовна, не поддавайтесь на провокацию. Наталья Станиславовна, давай работать уже дальше, потому что с таким же считаем. Я вам сказал, что то, что я вижу на мониторе, вот. Поэтому я считал, что на мониторе, если там вы считаете, что на другом мониторе будет другая картинка, Подожди. Так, почему оставляем? Убираем в коробку. Все, убираем в коробку. Где ты видишь? Убирай. Все, убирай. Подождите, видите, 26 разведет. Количество чай на одну сторону нельзя положить, чтобы не стать Спасибо.
и сокнут от 12 к 7. 7. 7. 7. 7. Минус 7. А нам же и ничего не будет. Обалдели, пока у человека не, пока все не посчитаем протокол, все не сведем никакие кушать, курить, дикать, ну что? Ну вообще разговор брать. Я не знаю, Юль, иди сюда. Здесь 21, а здесь 20. Какой цвет? А почему 20, Юль? Мне что-то прибавили уже? Нет, мы уже 21 убавили или нет? Убавили? Если нет замечаний, значит она все дергает. Прочисти на солнце на мое. Подождите, который вот записан, я не пришла, конечно. Как он одинаковый? Вот оно правильно, потому что вот она одна прибывшая, это же ее... Вот же у нас дядечка пришел не по открепительному, а просто куда он? Вот он. Вот. Ну все, вот, что вы мне мозг выносите. 1487. Откуда вы в 97 взяли? 87. Это когда мы 17 прибавили. Это 17 замест 7. А, то есть все, понятно. Все, теперь мне читайте проголосовавших, пожалуйста. Считайте и домашников, и всех. Всего проголосовало. У тебя день голосования. И вне дни. Я поняла. Давай тогда, знаешь, что я сразу это самое 6. Голосовавших в общем. В помещении, вне помещения. Я не заметила, что пошли. Мать Виктора. Еще.
Лебеди, кто учит? Максима, иди считай одну фамилию. Так, Олег Васильевич, кто будет считать? Давайте я подниму. На, Наташа, считай. Он практически то же самое, что и ЛДПР. Так, Викторов, помощь. Сейчас. Меня. Викторов. Подождите, дайте разложу по кучке, мне что делать? Так, недействительно, я буду у тебя. Так. Значит, Викторов дала, Лебедев дала. Дорогой-то. Лебедев, вот, читай. Так, читай Лебедева. Это Шейн. Фу, блин. Столяров. Так, подождите. Викторов. Я. Лебедев. Я. Так. Старовой. Считай, Кирина. Давай. Столяров. Я. Так, Шейн. Я. И недействительный. Все, поехали. Шейн. Ну они там сами разберутся. Шейн. Шейн. Столяров. Шейн. Шейн. Ну так у меня тут стоит, не надо, пожалуйста. Ну там и там. А я дом не взялся. У меня стоит, не надо, я не люблю варианты. Оксана Геннадьевич, не перетягивайте, пожалуйста. Смотрите, вот с этой стороны, вот здесь тоже галочки видно. Смотрите, вот здесь. Просто вы каждый встаньте, а у вас спиной будет стоять. Вам нормально? Я не преступница и не уголовница. Я вас в тюрьме меняю. Почему плюс 11 еще, Лен? Ты же их просчитывала, когда книгу читала. Я разве не читала, она мне что-то сравнила. Так, посчитайте эти цифры еще раз. Да. А редакция вот это, да? Нет. Вот сюда вставай. Спасибо. Только не за спиной. Спасибо. Я просто уголовник. Я не знаю, вот это вот. Положите мне по порядку. Да как вот? Ты что, то там печать, то тут печать, Валь. 13. Шейн. Не знаю, я клала печать сверху. Кто там еще? Так, это кто? Столяров. Виктор, кто? Я. Так. Ну где вы? Давай я сделаю. Специально что ли сделали, девчат? Сказала, сделайте так, как надо. Покойней. Ну что ж покойней? Ну вы-то не наблюдатели, вам что же не хочется моей жизни спокойной, а? Что-то более мелкими частями-то, Максуш, клавит. Смотри, как. Кубасу вчера заворачивали. Так, подписали, да? Подписали. Так, все,
шевелюру, шею. Thank you.
Ну вот смотрите, вот я сейчас на камере зажгу. Вот смотрите, где я пойду. По закону должна быть показать. Я просто покажу, что галочку не видно, все равно на этом улетели. Вот смотрите, сейчас монитор. Монитор, смотрите, я покажу. Вот я стою и считаю здесь. Видно что-нибудь? Вообще ничего не видно. Все. Проблема в чем? Какая разница, где стоит стол, правильно? Стол стоит в кабинете. А у тебя тут надо вмотать нервы. Вот и все. Настоящий колокол. Да. 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 Да.
еще на лыжах стать, как Есть у нас недействительные бюллетени, да? Будут? Но много. Нет, я просто знаю. Выкрикиваю иногда кого-нибудь. А что тут выкрикивает? Жень Столяров, Жень Столяров. Что тебе надо выкрикивать? Столяров, Жень. Ну, вот эти.
А он сам заснул. Глади, глади. Не руки мочить. Вам руки мочить помыть? Ой, спасибо. Сейчас. Кому А я тут 7 человек по
Наташа, отдай чуть-чуть Жене, пожалуйста. И слизь чуть-чуть этой Жене. Подождите, ничего пока не пишите. Как вы пишете, что напишите. Я тебе примирить, что ли? Ну что вот это вот, самое. Ну и не надо, ну, подглядывание. Ну я попросил вот уже, это. Но не понимают люди. 80. Oh.
люди вообще не заполняют, потому что они не знают никого, что они будут заполнять. Шейнг не знает, кто-то такой великий. Ой, извини. Так, подожди. Дайте мне сообразить. Сейчас я сообразую. Пока решение припишу. Подожди. Что же ты сейчас? Да, а чего вы не складываетесь? Ай, сейчас, тихо. Давай, подожди. Все скажу, когда упаковываю. Корректор, сервис. Корректор, говорит, сервис. Ну, вот это вот. Не надо, не надо. Почему считаете, не обижаете, кто тут получается? Мы же ничего не посчитали. Ну вы же посчитали. Да это мои проблемы вообще. Хватит. Вы уже смотрели со спины, через спины, хватит выносить нос. Я вас очень прошу. Иначе мы будем считаться до 8 утра. Если нужно, мы будем до 8 утра. Будете считаться. По закону мы должны объявлять только тогда, когда у нас уже сделан протокол, а они должны вам ничего объявлять заранее. Нет. А сюда кто будет носить эту ответственность? Вот мы запомним, подождите, значит, да. Вот тогда вы будете туда вносить. Так. А вообще вы должны каждый будет мир брать и говорить, за Шейна, за Столярова, за Викторова. Ну мы стояли. Столярова считала, да. Ваша же, член комиссии. Не в этом дело. Да вот и не в этом. Вот так. Давайте уже будем молчать. Если мы вот так показывать будем, мы тогда точно... Да, согласен, Байна, тоже молчу. Мы не первый год уже, не первый раз, поэтому обычно вот так все и делаем. Так, все, Валь, не надо никому ничего объяснять. Мы уже 2 часа. Умный такой, был бы председателем, в чем проблема? И сидел бы на моем месте, и был бы самым умным. Строит у себя черт знает кого. Ничего не строит. Ну, если не успокойтесь. Вы знаете закон, а мы не знаем. Ребят, ну что, господи. Дайте мне ключики. Он доверяет.
когда я быстро стрелял, ты еще стоит. Он доверяет. Команды не было. Так, вот, давай твои перестать. Не испортить, что читать. Ну какая разница? Не знаю, прям уже. Продолжение следует...
Бабок он заработал? Да что заработал? Она умеет сбрасывать. Все обрадовались. Вот о чем поговорим сразу. Дальше я волк. Они и печь. А, ну ты печь собралась. Ага, сейчас. Давай жрать, конечно. Люблю повеселиться. Вот мы ждемся. Я не могу. Ты что, говоришь, как я не А что, другого повода нельзя найти, что пирогов поесть? На день рождения поймёт. Я какой пальчевал, не сувал, и вдруг досунул. Указатель, самый главный. Не залез. Три пальца. Нет, у нас не залазил только вот. Толстый ты. Какая-то. Это она, наверное, не толстая. Не, первая прямо толстая. Они мне пока не покорят, что ли. Сейчас я так. А что, повыше нельзя ее поднять? А она как? Ну, как там? Может, вот тут вот она один не будет еще? Никак не будет. Житель в газетах. Кто почему на дверь смотрит? Я думаю, житель. Я тоже житель. Голосовать пришел. Там главный. Кого? Дам всем всегда ошибку. Я же вам сказал. Ну вот она, самая толстая. Алло? Да. Да, Валерий Николаевич, проходи. Погашенный уже может убирать. Погашенный можно убирать. 799. Сколько? Давай. Лена, тебе спину не подумай? Нет. Мне вообще тут, честно говоря, по-моему, не будет ничего. Больше эти. Завтра будет всем хорошо. Остались еще одни. Завтра всем будет счастье. Подожди. А только один? Эти все упаковали? Да, да. Все довольны. Все, тогда можно вот. Покрашены, давайте. Наоборот. А, да. Сколько стало? 700 человек. Вот не пожар. Пожар.
считаю голоса здесь больше. Не трогайте, вы вообще ничего, пока человек не посчитает. Все. Ой, господи, прям слабо. Только что 30 секунд назад мне сказали, что сказали? Что? Вы только сейчас сказали, пересчитывайте. Не надо, что вы сказали, пересчитывайте, а то говорите. Ну пусть посещать. Да я не кричу, я с ней позову, тут стену или мы сейчас будем, или потом пересчитываем. Но я с этой цифрой, которая там написана, хотя бы черновая, я не согласна. Вот и все, поэтому понимаете? Я их буду пересчитывать. Причем здесь жалобы. Говорите, я человек. Председатель комиссии, как она скажет. Одну секунду. Не как она скажет, а я. Нет, не стой, пожалуйста, пересчитай. Нет, нет, да вы шашины, вы причем я не стою. Могу пересчитать другую пачку. Понимаете? Другую пачку, правильно. И вам скажут, что вы не пересчитываете. Я имею право пересчитывать любую пачку. Валя, возьми, пересчитай, пожалуйста. Пускай теперь независимо пересчитает, а потому пускай она тоже пересчитает. Пожалуйста, пожалуйста. И того же шеи она должна пересчитать. Ради Бога. Все. Вы абсолютно правы. Давайте мы тоже пересчитаем, что ли, а то... Сейчас! Нет, подождите, сейчас. Потому что я не согласна с этой цифрой. Я пересчитала, что это за больше вы не пишите жалобу. Причем здесь жалоба? Наталья Станиславовна, не права. Давайте проголосуем. Все члены комиссии. Причем здесь голосование? Я имею право пересчитать, пока еще не заполнен протокол. Это закон. Но протокола у нас никакого нет еще, простите. Вот поэтому я имею право пересчитать. Здесь женские голоса, я уже их вижу. Зачем вы путаете? Ну что вы делаете? Дайте посчитать человеку. А вы сами все перепутали, все нормально. Я не перепутала. Ничего не перепутали. Что вы делаете? Давайте расслабьте заново. Я сказал, что я имею право пересчитать голоса, пока они не упакованы. Везде шейные у нас. Да так будем тут расслабляться. Ну и будем, а что делать? Вы специально это идите, хотите. Почему это творите? А вы их считать хотя бы две пальцы. Зачем человек, который сидит наблюдателем, дает указания членам? Я сказала, я пересчитала пачку, я с этой цифрой не согласна. Я сказала громко и всем, не втихаря, не шутя. Извините, с какой цифры? Которая написана в черновике. Там написано 237. Я посчитала, у меня получилась другая цифра. Какая? 283. Ну, извините, не я же их считала. Вы что от меня хотите? Вот поэтому я сразу сказал всем и громко. Стала пересчитывать. Считали три человека. Этого. Я склад. Причем тут Старовойтов? Тут Старовойтов там всего-то голосов было. Ну, будем пересчитывать. Стали возмущаться. Ну, в чем проблема, я не пойму. Да. Вот и я говорю, в чем проблема? Хотя достаточно было пересчитать две кучки. Мы будем считать все. Телефон уберите, пожалуйста. Я имею право снимать. Отсюда. Вот отсюда. Откуда? Вот отсюда. Кто это точно определил? С места. Вот отсюда. Что надо? С места наблюдать. У меня есть. Подождите, а где оружие? Где они оружие? Да зачем мы будем вообще это делать? Подожди. Пожалуйста. Пожалуйста, ознакомьтесь методически. Каким датой? Вы журналист? Да, я журналист. И что? Давайте. Место подведенной комиссии.
запрещено. Почему это запрещено? Это методическая рекомендация. Какой? Есть закон. Место определенное для нас. Подождите. Вы имеете право снимать. Молодой человек, извините, не знаю имя отчество, вы имеете право снимать с места определенного для наблюдателей. Да. Почему? Потому что никаких провокаций быть не может. Так, все, понимаете, дело в том, что у меня нет времени. У меня нет времени на вас. Так, у нас поступила жалоба, тогда всех слушаем. Наблюдатель, оттенка, так, на имя Лебедева Наталья Станиславовна, то есть на меня. Так, мы уже подписавшиеся. Мы ниже подписавшиеся, сообщаем, что 4 марта 2012 года в ходе голосования. Вернее, в ходе подсчета голосов были допущены нарушения законодательства об выборах, выразившие в том, что наблюдатель от кандидата на пост мэра города Астрахань мешает подсчету голосов и препятствует работе избирательной комиссии. А кто препятствует этому? Там как-то написано. Наблюдатель... А... Постоянно провоцирует председатель комиссии. Разговаривает по телефону во время подсчета голосов. Да, наблюдатель является представителем интересов Олега Шейна, кандидата на пост мэра города Астрахани. А кто? Вы кого имеете в виду, кто писал? Здесь конкретно нужно имя указать. Фамилия, имя, кого? Фамилия. Вам сейчас секретарь даст. Знаете, укажите, пожалуйста, фамилию. Дождите, секретарь вам даст фамилию и имя. Буду рассматривать жалобу, да. Вы один подписались под этой жалобой? Больше пока никто? Да. Ну, сейчас я думаю, подпишу. Хорошо, сейчас рассмотрим, сейчас жалобу рассмотрим, дальше пересчитаем. Я просто хочу сказать, что они лицо шины так себя ведут. А что мы лично сказали, Ибрагим? А что я вам мы потребовали элементарные 45 прав, перечитать документы. Почему этого не дайте право перечитать документы, а? Почему мы вам не даем? Потому что изначально, когда первые цифры... Ну не 15 раз, правильно? Почему 15 раз? Ну вы сколько уже пересчитывали вот эту? А потом, ну я первый раз пересчитал Шейнский глаз. Два раза, Елена Ивановна. Первый раз пересчитал кто-то, второй раз пересчитал я. Значит, Ивановна, давайте так, что вы не доверяете всей комиссии, правильно? Пишите, что вы не согласны, не доверяете всей комиссии. Никаких, просто напишите, что вы не доверяете комиссии. Я не доверяю. Напишите, что вы не доверяете. А вдруг это я считаю? Шейна считает три человека. Вы им не доверяете. Пожалуйста, напишите, что вы не доверяете. Проблем не было. Вы не дали считать Столярова сейчас. Вася, Столярова не дали считать. Так Шейна или Столярова? Подожди. Да Шейна. Да какая разница? Кого? Мне по барабану, кого пересчитывать. Я, например... Уверена в том, что уже бы мэры все, уже бы депутатов посчитали. Ну будем считать. Так, жалобу дописывайте, разбираем жалобу, принимаем решение. Все. Принимаем решение, потом будем уже дальше. В конце концов, ну сколько можно? Вот допустим, с тобой закончили было. Я просто пересчитала бачку и все. Вот, Елена Ивановна, если бы над вашей душой, грубо говоря, не ходили бы люди. Я бы так и так, после того, как пришла Наталья Станиславовна... Вот когда бы пришла Наталья Станиславовна, вот тогда другое дело было бы. Вот тогда бы было бы другое дело. А при чем здесь Наталья Станиславовна? А потому что... А по большому счету вы не имеете права уходить? Она председатель. По большому счету вы тоже не имеете с ней вышли. Вы не имели права разговаривать по телефону во время подсчета голосов, но вы это делали. Сегодня еще какое? Четвертое или третье? Не знаю, сколько времени. Четвертое. Чему-нибудь придем до 6 утра.
Так, рассматриваем жалобу. Так, все, член комиссии. Уже никого не обращаем внимания. Так. Данный наблюдатель является представителем интереса Алины Шейна, кандидата на пост мэра города Арцин, Горбачев Александр Геннадьевич. Все. То есть жалоба у нас поступила. Мы должны с вами принять решение. Решение может быть у нас таким. Мы можем отстранить товарища от наблюдения. Просто, потому что ему уже делали устные замечания, как понимаю. И все, дать ему копию отстранения. Я считаю, что это самое ужасное. У нас проблемы почему-то идут с этим человеком. У нас не с этим человеком, у нас со всей партией. То у них документы не так сделаны, то у них это не так, то у них... Это провокация, самая настоящая провокация. Так, члены комиссии, принимаем решение. А с утра мы вообще не давали. Можно я документы? Можно уже теперь я говорю? Так. Уважаемые члены комиссии, мы должны принять с вами решение. Решение может быть таким, что либо мы просим человека просто не лезть уже в наши дела и сидеть тихо наблюдать, либо принимаем решение удаления человека с избирательного участка. Он у нас наблюдатель. А почему он здесь? Я думаю, что сидеть молча человек не сможет. Просто да, и он отдает приказы членам. Да, это не совещательным голосом. Я могу здесь молча, если будет все по справедливости, по честности. Вы даже не совещательным голосом. Если вы будете давать право сидеть и молчать. Принимаем решение. Какое будет решение? Пересчитать. Мы сейчас по-любому пересчитаем. Конечно, я их смешал. Нет, мы сначала примем решение о поступившей жалобе, а потом будем пересчитывать. Да, но человек не мешал избирательной комиссии. Я не мешал. Вы мешаете. А работал. Достаточно честно и корректно. А, вы если все вы, жулики, если а вы работаете честно. Присядьте, во-первых, право, пожалуйста. Члену комиссии с правом решающего голоса, я заявляю на камеру. Да, но у вас правом, и так хорошо там все. И пересчитать вот эти документы, где была пачка Шейна, где была пачка Столярова. Это не устроило, представляете, слушайте, почему мы вас перемешали сегодня и опять только одного? Объясните мне, пожалуйста, сидит из-за вас, отрываете работу избирательной комиссии. Из-за вас, из-за меня. Почему мы вас слышим? Вы имеете право голоса здесь. Исполнить свои права. Вы имеете право голоса. Я имею право. Вы даже право, но не голоса. А я не говорю, что вы проголосовали сегодня. Я не говорю, что имею право. Вы даже не совещательным голосом. Поэтому мы вас слушать вообще можем никуда. Вы даже не член комиссии с совещательным голосом. Конечно. Конечно. А что, разве я не права? Что, не права. А, вас не а мы вас слушаем целый день на все ваши замечания. Мы вас слушаем, только вас слушаем. Ваши наблюдатели с утра не удалили. Сидят все представители. И ничего, всех все устраивает. А меня Мирослав Алексеевич, фамилия ваша? Меня тоже уже взяло. Не, а вы мне, это вы мне подняли меру. От вашей нежности. От моей нежности? Конечно. Вы нежно убираете документы, которые просто запишите. Это же пачка сложная. И опять смешиваете их заново. Давайте будем читать заново. Зачем? Зачем? А вы же сами этого хотели. Вы хотели сказать, что... Так, давайте не будем припираться. Давайте уже вынесем решение. Мы дальше этим человеком. Можно разговаривать сутки напролет, я так понимаю. И вам тяжело переговорить. Выносим просто решение и все. Кто за то, чтобы устранить? Кого? Вас устранит. Кого меня? В качестве меня? В качестве кого? В качестве наблюдателя мы вас устраняем за нарушение закона. Кого вы там устраняете? Вы мешаете. Кого? Горбачев Александр Геннадьевич. А кто он такой? Вы? Да. Представитель. Чего? Шейна. Шейн, да. Да. Вы наблюдатель. Вы можете ударить представителя мужа Шейна, но не можете ударить представителя СМИ. Почему это можно? А вы не аккредитованы, а вы СМИ. А как это не аккредитован? У меня есть удостоверение, которое подтверждает мои полномочия. Вы если вы знаете законы, то вы должны знать, что как член комиссии совещательным голосом, вы не можете ударить таким образом. А как вы совещательным голосом, вы наблюдаете? Ну а вот, у кого почитать прошение? Принимается письменное мотивированное решение УИК об удалении из помещения для голосования в соответствии со статьей 64 пунктом 12 федерального закона от 12 июня 2002 года об основных гарантиях избирательных прав. То есть мы с ней можем удалить так же, как и наблюдателей, и членов комиссии с правом решающего голоса, и СМИ то же самое, мы можем это делать. Если можете это делать, пожалуйста, удаляйте. Я не буду препятствовать, если мне по белой ручке не буду варить.
Принимайте решение, подписывайте. Пускай не выводит американец по делу лучше. А вы сами идти не можете? Да ладно, пиши решение. Я тогда дал актеру, чтобы... Дайте мне основание вот это вот на статье. Я снимаю, согласен. Снимайте, ради бога. Ну, еще у меня нет предупреждения, пожалуйста, да? Ну, давайте, чтобы... Сейчас принял решение, ударим человека, начнем работать дальше. Так, мы его удаляем как наблюдателя. Во-первых, он один в двух лицах выступать просто не может. Да, он пускай примет решение. Он просто не может. Один в двух лицах. Закон знаем хорошо. Мы закон знаем хорошо. Вам нужен был цирк, вы его целый день готовили. Мне нужна была справедливость. Абсолютно справедливость. Для того, чтобы говорит, подсчет голосов ведется четко, под видео наблюдением. Согласно закону, член комиссии с правом решающего голос имеет право пересчитать любую подсчет. Я сейчас пересчитаю все, чтобы успокоиться. И то, что как вы считаете, просто нервируете, как деньги, это однозначно. Вот надо понимать, как это будет показывать. За Иванова, за Петрова. Будет поступила жалоба от члена комиссии. Это когда, наверное, не будет на избирательном участке. Так, Тимофеев, кто тут еще? Анохина. Так. Вот от всех, то есть не от одного Тимофеева. Еще сейчас здесь цирк устроил. Это не цирк. А что это, да? Это только от шоу, а, извините, да. Это то, что называется, вы нарушаете закон, запрещая членам комиссии с правом решающего голоса пересчитать. Она пересчитывала и спокойно сидела. Ну вы извините, как волчок, вы так по кругу бегаете. Сколько можно бегать? А почему начали пересчитывать без меня? Я не пойму, детский сад? Ну все, ну и не надо без меня. А что вы здесь командуете? Не тусовать, не пойму. Почему вы здесь начали свои законы устанавливать? Здесь вообще никто, кроме как наблюдатель. А что мы вообще спорим? Один человек, мы тут... Нет, ну у него тоже были нарушения, он тоже удалялся с места наблюдения. Что теперь говорить про каких нарушений? Мы все святые. Да при чем здесь кто-то удалялся? Я только вообще разговор не веду. Нет, мы живые люди, и можем удалиться, что называется. Мы сказали, что у нас нарушения, а у вас нет нарушений. Нам нужно... Потому что он не дает дальше работать. Мы даже не начали еще ничего делать. Так, принимаем решение, даем копию человеку, и он удаляется. Будем пересчитывать заново. Будем пересчитывать все. Что ты служишь? Я уже не знаю, сами себе не делаю. А ты багажный уже делал, что ли? Ну ты артист. Что меня удивляет, вас даже видеокамера не смущает. Как вы себя ведете по отношению к своей работе. Так и вас не смущает. Вы тоже самые так себя ведете, да. Что она? Вы себя ведете не лучше, чем мы. Что мы решили? Ну, как будто детский сад. Если бы вы не лезли во все. Вырвали у человека пачку из рук. Перетусовали сюда. И давайте заново. Ну, никто ничего не перетусовал. Пиши уже, все принимай. Удали. Это все подряд. Лобачева. Александр Геннадьевич. Представителя интересов. Представитель интересов. Кандидат. На должность мэра города Астрахани. На должность мэра города Астрахани. Шейна Олега Васильевича. Согласно статье 64 федерального закона, согласно статье 64 пункта 12 федерального закона от 12 июня 2002 года номер 67-ФЗ об основных гарантиях, в кавычках основных гарантиях, избирательных прав.
и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации. Ну что, здесь готовитесь на войне, чтобы меня вызвать в избирательный участок. Ну, у нас на войне того, что это пятый что я препятствую поведению, почет готов. Я сейчас возьму. Конечно, сейчас возьму. Как вы? Ну, конечно, ну что, всем, конечно, про настоящий голос, не дать право пересчитать голоса. Зачем они Сейчас будем пересчитывать все. Зачем прете? Нет, причем все сидят, утверждают, он один сидит вот это самое. Это что такое? Зачем же брать, как надо? Возьмите, пожалуйста. Жалобы прикалывали, да. Где жалоба-то? На, вот это подобрать, пожалуйста. Да, а жалобы-то вам зачем? А на основании чего вообще? Так, давай я сейчас как-то жалобу. Значит, на основании жалобы. Ну, пускай будет еще жалоба, человек хочет. Одна вышла и зашла. Не надо выходить. Какой крючкой туалет ходил? Иди входи. Все. Нет, зачем? Что сядь? Ну тогда иди в туалет там. Ой, наберут пенсионерка и ходит туда-сюда. Туда. То есть я ухожу, как член кричательного голоса. Я еще являюсь журналистом, понимаете? Он не член, конечно. Вы в одном не то, и другая. Глава одном. Мы решение. Глава одном не бывает. Не мы выносим. Мы, конечно, выносим письма на интервью. На этом основании мы принимаем. Вы что, в правую? Вы рад, что так тоже сидит. А, вы принимаете решение? Нет, мы исполняем. Мы решение принимаем, милиция исполняет. Ну, вы исполняете решение. Так, давайте еще с милицией не будем спорить, пожалуйста. То есть, вот дело с личной комиссией. Избирательной комиссией. Исполняет эти законы, да, что будет? Они законы? А вы точно в этом уверены? Вы точно в этом решение есть, обжалуйте, пожалуйста, сейчас освободить помещение. Пишите сейчас жалобу там в прокуратуру сюда. Ты сейчас тут можешь зайти туда, так. Так, вы выйдете учиться, а мы не дарим, в конце концов. Почему не он заходит, Он зарегистрирован здесь на участке. Пожалуйста, дайте нам доработать. Ключи мне дайте. Я
Дверь ему открою. Милиция пускай идет, открой дверь, пожалуйста. А где ключ? Тебе ключ давал. Ты мне давал? Да, сюда. Ты потом его брал, вон он, наверное. Да, милиционер. Так, все, все успокоились. Что, это намыть? Не надо, отдай милиционеру. Давай я скажу. Он не пойдет с рисовать. Что, скажешь, мне вдруг на руки, что ли? А, я же мне дала Виктору. Нет, я думала, ты как бы... Ну, да, я же не знаю. Ну, пусть ты человечный хоть немножко. Ну, тебе уже не надо. Мужчина. Не надо. Ну, тогда я теперь буду Максамбой. Вот я, может, очень любила Единую Россию. Ой, а это... что вы здесь подкладываете такие чужие документы? Это протоколы такое? Пустые. Я не знаю, что у вас сейчас чужие документы. Пустые протоколы, это и для Лены. Написано шапки. А, что, Лена, не а почему не говори? А почему вы передаете здесь такие документы? Нет, а почему вы действительно такие бумажки? Елена Ивановна, у вас есть? Пустые протоколы. У Лены есть свои пустые. Вы должны порвить их тогда. Мы потом вы еще заснимете, что мы сняли ваши протоколы. Не надо. Здравствуйте. Работы. Закройте дверь, пожалуйста, а то человек вдруг вернется. Когда ученик отлично долгонечен, что уже так себя ведет, пытается доказать свою правоту. Наташа, все успокойтесь. Нина, все успокойтесь. Нет, все, без комментариев. Одного, который вы готовы защищать. Министр Шалкин, все, занеси, пожалуйста. Это Юлька, наверное. Нет, это мужчина у вас где? Наши с ним есть. Они всегда есть на вас. Да, я все на телефон взял. Валя, дай здесь спроси, Юль, ты? Все, Наташа, ты слава. Теперь работай нормально. Приму на всю партию вот таких вот товарищей, вот на самом деле. Причем там, по-моему, половина таких. Какой сам, какой не представитель. Так, ну хватит, кандидата не трогайте, пожалуйста. Мы кандидата не трогаем. Мы его очень любим. Отчина. Что я перекладываю? Где у меня пустой файлик был? Еще раз пересчитаю. Да он у меня где-то был, Максим. Вот он. Ярослав Алексеевич, адрес скажи. 2376, квартира 2. Давай пачкаем уже, что ты подумаешь? Нет, не два. Пускай смотрят.
двое, по одной, по две, по три, по пять, как хотите. Во сколько была подана жалоба? Я же могу здесь по помещению двигаться? Помещению двигайся. Спасибо. Заправили. Я за ручку не могу. Заправили ручку. Я отвесила по ручку. Понятно? Работаю все на месте. Слушайте, она бюллетень тут не подменили? Потому что был меньше. Вообще бюллетень был меньше. Ну, подожди, не накручивай себя. Сейчас все перечислим, все будет на месте. Не заводись от этого слова. Все. Валидол, две таблетки принеси мне, пожалуйста. А там открыто? Нет. Ключи. Нет, подождите, там документы все, сумки, кто там все находится? Там милиция. А, милиция. Там продукты, в конце концов, наши. Хватит уже, извините. Мои подсчеты или в руки брать. Какие? Вот эти, что ли, у меня? Президентские? Нет, мэрские.
Много было еще написано. Там карандашом было написано два листа. Наталья Станиславовна, я сохранила ваши бумаги для истории. Сейчас по порядку. Вечером поеду с дорогой. На, кружочка, пойди в пути. Это как? Вот, да? Так, напиши мне полторы. Никого не полторы. А, вот он, нет, вот он. Так, нет, пробуем. Так, давай, нет, я нашел его. А, Жириновского написал первого. Я скажу, что Жириновского. А Жириновский первый, по-моему, как будет. Нет, нет, нет. А, вот.